редактор та медіа-менеджер Валерій Калниш з нами на зв'язку, бо будемо говорити саме з ним про ці всі теми. Так. Добрий вечір. Та, добрий вечір, Валерій. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Є про що поговорити. І, власне, історію з послабленням карантину і водночас його продовженням я все ж таки хотів би перевести в тему бізнесу, в тему реальних грошей, в тему того, а як ми житимемо все ж таки далі в цій реальності, в цьому всьому режимі. На сьогоднішній момент тих обмежень, які були скасовані заради того, аби бізнес помаленьку виходив з карантину, їх достатньо, аби принаймні мінімально стабілізувати якусь ситуацію там з надходження податками і роботою власне цих підприємств на містах. Ну, мені кажется, все-таки этого недостаточно по одной простой причине, потому что понимаете, тех денег, которые правительство выделило на пособие для безработных, для тех людей, которые больше всего нуждаются, там, для повышения пенсий, та же самая 1000, этого, конечно, всего недостаточно. И этого не будет достаточно, потому что малый бизнес, который работает, он, естественно, работает с оборота. Поэтому для того, чтобы бизнес заработал, ему надо дать эту возможность, а у людей, которые к нему придут, они должны будут заплатить. Но есть один нюанс, про который у нас часто забывают, а когда вспоминают, достаточно сильно стыдятся о нем говорить. Он называется теневой бизнес. Это тот бизнес, с которого мы не платим налоги. Это тот бизнес, который те деньги, которые лежат в матрасах. И вот таким образом мы и пройдем кризис. Как бы это ни звучало странновато, сейчас недопоступление бюджета порядка 10%, если я правильно помню, по апрелю месяцу. Вот. Поэтому это еще не самое страшное. Не самое страшное. Но если возвращаться к вашему вопросу, тех денег, которые есть и будут выделяться правительством, их будет, конечно же, недостаточно. И заметьте, пока мы еще не видим то постановление, которое было принято сегодня на заседании Кабинета министров, и чего я там не увидел, и, наверное, я этого не увижу, судя по тому, что мне говорят источники в правительстве, там нет графы «транспорт». Uh-huh. То есть разблокироваться ни общественный транспорт, ни метро не будет. Поэтому открытие бизнеса с невозможностью добраться до этого бизнеса, это все-таки, скажем так, полумер. Полумера, я понимаю, что она вынужденная, но все равно это полумера. Угу. Окей, тут питання в тому, що багато хто зараз відбувається цей конфлікт, місцева влада проти центральної влади, він є політичним, а вже ж, але в форматі, якщо відкинути якісь політичні перипетії, звернутися до здорового глузду, дуже непогано проходить цей карантин Німеччина, а вже ж, ну, завжди важко порівнювати Німеччину з Україною, але все ж таки там трішки інший устрій і міста, дійсно, землі можуть на своєму рівні кожна по-своєму підходити. В мене там 100 хворих в окрузі, значить, я можу зняти ці обмеження швидше. У мене 5 тисяч хворих, значить, ці обмеження, ну, не треба знімати. На сьогоднішній момент піти на зустріч містам пасувало би і дати їм трішечки більше можливостей реалізовувати свій підхід і свою стратегію про проходження епідемії? Я думаю, да, і об этом, в общем-то, говорили практично всі члени правительства на сьогоднішньому засіданні Кабміна, о том, що треба дати більше власті на местах. Но есть один тоже нюанс. Дело вот в чем. Если возвращаться к Германии, к опыту Германии, то вы правильно сказали, что там разное количество в разных землях установленных больных. Штука вот в чем. Штука в том, что практически, ну почти все, скажем так, большое количество людей прошли тестирование. Мы до конца не знаем, сколько у нас заболело. Мы не знаем, сколько у нас протестировано людей. Мы не понимаем, где у нас есть эти очаги. Мы про них вспоминаем и узнаем достаточно симптоматично. Там заболел один человек в каком-нибудь общежитии, мы считаем, что это очаг. Поэтому, если бы у нас все было протестировано, если бы мы точно знали, где находятся эти очаги,
и в каких городах они находятся, как кочует этот вирус и почему он кочует. Вот тогда я бы, честно говоря, был первый, кто бы сказал, что местные власти должны сами определять для себя, хотят они этого, не хотят. Очевидно, что даже если дать сейчас совсем стопроцентную волю местным органам власти принимать решение, открывать или не открывать бизнес, конечно, они все будут открывать. Конечно, они будут скрывать статистику. Конечно, они будут говорить о том, что ситуация с эпидемией у них не такая плохая, как может показаться. Потому что те люди, которые живут в их городах, они их выбирают, они финансируют город. Эти же самые налоги идут в городской бюджет. Поэтому если мы видели ситуацию, когда был жесткий карантин, то не было никаких послаблений. Мы видели на улицах людей без масок, людей, которые абсолютно спокойно ходили по тем же самым паркам, куда там не добегала полиция. Представьте себе, что будет после послабления. После послабления все подумают, что можно теперь, ну вот что карантин прошел, можно теперь жить спокойной жизнью. Ну да, пока транспорта нет. Но я бы все-таки сейчас доверился больше Кабмину, чем местной власти. Але все ж таки в мене тут і зустрічне запитання. Говоримо про статистику, я відкрив сьогоднішні дані, 134,5 тисяч досліджень проведено. Якщо не зраджує пам'ять, я раза три чув від президента звернення, що от півмільйона тестів приїхало, півмільйона тестів приїхало, і ще раз півмільйона тестів приїхало. У мене питання, можна в такому випадку тоді говорити про неякісний і якийсь неефективний підхід сьогодні влади до виявлення кількості захворюваних, ну, а відповідно вже, значить, і протистоянню коронавірусу? Якщо ми сходимо з того, що от ці 1,5 мільйона действительно прибыли в страну, тогда есть вопрос. Я небольшой специалист, и говорить о том, качественно или некачественно они проводят эти обследования, я не могу. Ну, я не медик. Я не медик, але я ж посилаюсь на президента. Це не я придумав ці слова. Якщо відверто, якщо зараз сісти переслухати всі тут з десяток звернень Зеленського, там можна, напевно, 1,3 мільйона тих тестів нарахувати, які вони мали би прилетіти. Але прилітають трішки інші речі. Ну, але і все ж таки, чому 135 тисяч? Ну, чисто інтуїтивно, не знаю. Возможно, это какая-то технология, я имею в виду не политическую технологию, я имею в виду медицинскую технологию. Да, знаете, там есть разные формулы, по которым можно там считать количество, вот я как лысый человек могу сказать, есть такая технология, как считается количество волос на голове. Да, берется там квадратный сантиметр, количество волос на квадратном сантиметре. Возможно, и здесь берется один тест, и он проводится где-то, и это экстраполируется на какое-то количество. Как социология, да? 2000 выборка, опитали 2000, и это результат социологии по всей стране, правильно? Да, да, да. Вот примерно такое. Вот просто единичный результат или там 100 результатов, они экстраполируются на какую-то территорию. Да, и таким образом мы принимаем решение да-да, нет-нет. А когда мы уже видим, что, например, ну, самая там, как по мне, страшная ситуация, она касается врачей. Да, когда люди, которые должны побороть эту болезнь, являются первыми те, кто от нее страдает, потому что они не защищены. И я бы уже согласился даже не на эти там миллионы тестов, которые непонятно, есть они в стране, нет их в стране, сколько бы обеспечить тех врачей хотя бы средствами защиты. Но я видел там видео одно, скажем так, внутреннего пользования. Когда комиссия приезжает инспектировать больницу на предмет выполнения ими санитарных норм и защиты медиков, и девушка, сидящая на отделе регистрации, а при этом ведется съемка, да, девушка, сидящая в отделе регистрации, быстро перебегает в соседний кабинет, начинает одевать там вот этот костюм, зная о том, догадавшись о том, что приехала комиссия, и когда в нее спрашивают, девушка, а чего вы костюм? Говорит, ну как, я же коронавирус, боремся. Понимаете, костюм надо одевать тогда, когда вы контактите с больными. У вас здесь больные. И вот эта непонятность, вот это отсутствие простой какой-то логики,
И бог с ней, с логикой, отсутствие средств защиты. Вот это больше всего, конечно, бывает, потому что медики социально не защищены, и мы требуем и надеемся на них, что они станут нашими защитниками, но при этом очень мало делаем для того, чтобы защитить. Окей, якщо тут ми вже поговоримо трішки наше професійне, про комунікаційну складову, як сьогодні влада спілкується з українцями щодо обмежень, щодо запровадження? Тому що сьогодні дивимося на соціологію, дивимося на статистику, і все ж таки 2/3 українців готові далі продовжувати карантин. Вони готові на це погоджуватися, чемно відповідати на запити влади. І в той же час президент Зеленський сьогодні, за рік після президентства, після усіх скандалів, які б вони там не були, отримує понад 40% підтримки в першому турі президентських виборів. Тобто, ну, посилаємось ми сьогодні і на КМІС, і на рейтинг, які оприлюднюють цю інформацію. Про що ми можемо сьогодні говорити? Насправді, що є запорукою цього рейтингу Зеленського? Вдала комунікація влади чи вдалі дії влади і робота? Ну, я больше склонен все-таки не про власть говорить, а про людей. Мне кажется, что все-таки страх. Страх – это главный мотиватор того, чтобы сидеть дома. Ведь люди не пошли на пасхальные мероприятия не потому, что их призывал Зеленский, потому что страшно. Потому что когда ты понимаешь, что вот она смерть, она вот по улице ходит, вот ты можешь оказаться в эпицентре, ты можешь по своей воле туда пойти, а можешь по своей воле не пойти. Поэтому мне кажется, что, во-первых, это страх. А во-вторых, я все-таки думаю, что некоторую часть вот этих людей, они готовы сидеть на карантине, потому что у них еще есть деньги. Вот эти 2/3 людей. Что касается коммуникационной составляющей, то она достаточно, ну, она неплохая. Я не буду говорить о том, что она отличная, она неплохая. И те брифинги, которые по утрам делает Министерство здравоохранения, это правильное решение. Когда мы говорим даже ту статистику, в которой лично я, например, сомневаюсь, я все-таки исхожу из возможностей, да? Но то, что они утром отчитались и на протяжении дня у тебя нет какой-то там другой информации, хотя если посмотреть, скажем, на Viber-канал и на Telegram-канал Министерства здравоохранения, вот там коммуникация просто идет замечательно. Серьезно, они там по 10, по 12 сообщений в день выдают, и ну, мне как пользователю этого вполне достаточно. То, что касается классических СМИ, да, вот здесь какой-то недобор. Здесь с форматами не продумано, я не знаю, телекомпании или сайты не идут на контакт. Я не знаю той причины. Я вижу, что в телевизоре присутствует только брифинг. Я вижу, что в социальных сетях присутствуют другие носители информации. Я не вижу этого, например, на сайтах новостных, ну, на профильных, понятно, да? Поэтому, ну, скажем так, на 3 с плюсом, даже на 4, если бальная система. Цікаво, цікаво. Власне, тут хочеться підтягнути ще історію політичну, трішки поговорити про політичні рейтинги, тому що є ще і сьогодні свіжа соціологія по політичних партіях. Відповідно, якби українці брали участь вже цієї неділі у виборах, 32,5% віддали б свій голос за «Слугу народу». Такі результати опитування КМІСу. Також, в принципі, не сильно змінилося позиціонування списку партій, як вони розмістилися на парламентських виборах. Все ж таки, трішки підросли опозиційна платформа «За життя» 15,8%, набрала «Європейська солідарність» 15,2%, ну і «Батьківщина» 12%. Ну і «Голос», ще одна парламентська партія, поки що за межами 5% бар'єру, 3-5%. Ось тут давайте розберемося з «Слугами» спочатку, тому що мали ми 43%. По суті, кожен четвертий виборець після парламентських виборів таки відвалився, все ж таки. Якщо ми віримо сьогодні соціології КМІСу, не вірити їм там прям дуже немає необхідності, авторитетне абсолютно дослідження. Тому тут виникає питання. Зеленський на своєму рівні, Зеленський росте,
«Слуга народу», яка повністю асоціюється з Зеленським, падає. Все ж таки падає. І тут ми що, можемо говорити про концепцію «цар хороший, а боярі погані», що от я дав шанс молодим хорошим, я їм привів, я їм кажу, працюйте, а вони все ж таки щось там не виходить, і тому все ж таки ще є та довіра до президента, а от його оточення – ні. Ну, в тому числі. В тому числі. Тому що, скажем, Зеленский не попадает в такое количество скандалов, как попадает его фракции. От его фракции. А любовь к одному человеку или симпатия к одному человеку, она гораздо проще и прозрачнее, чем уважение к некому коллективному «я», которым является слуга народа. Поэтому там разные люди, там разные интересы. Когда нет сплоченности, это все-таки людей тоже раздражает, а не является демонстрацией демократии, как, например, в той же самой практике, когда народы пытаются преподнести вот эти скандалы. Они часто объясняют это не как раз демократическим качеством, что вот у нас плюрализм мнений, вот мы можем не соглашаться друг с другом, но мы едины при голосовании. Все-таки для большинства людей они воспринимают вот слуг именно через вот эти скандалы, а не через добрые дела. Как на самом деле решение народных депутатов — это, в общем-то, только одна, грубо говоря, третья, да, от общего решения. Потому что дальше решение президента должно быть реализация на уровне Кабмина, там, местных властей и все такое прочее. Поэтому люди воспринимают больше вот эту внешнюю карту. Поэтому, естественно, все эти скандалы их задрали уже. Непонятная группа влияния, которая даже не относится к фракции, уже не относится, регистрируют тысячами какие-то поправки. А когда приходят другие люди и говорят, понимаете, вот тысячи поправок, они вам деньги блокируют от Международного валютного фонда. Поэтому все это эмоционально, естественно, сказывается на фракции. Что касается Зеленского, то у него рейтинг растет именно потому, что он себя позиционирует. Ведь заметьте, он сейчас, по большому счету, не комментирует вообще ничего, кроме коронавируса. Поэтому здесь ему и предъявить-то особо нечего. Ну, Ермака ему предъявить, ну, конечно, можно. Неопределенность Саакашвили, ну, тоже, наверное, можно. Но, по большому счету, мы видим президента только в абсолютно искусственной атмосфере, когда он выходит, нам рассказывает что-то там в течение 7-8 минут, и все, мы с этим живем. Поэтому чем меньше ты появляешься, тем меньше к тебе претензий. А если ты появляешься только в положительном качестве, ну, окей, значит, так и будет. Тем более, у нас же всегда действительно ответственность, она диверсифицирована. Сейчас уже все-таки нет такого, что президент виноват за то, что у тебя не горит лампочка в подъезде. Да? У тебя претензии уже чуть-чуть снизились, это скорее претензии уже к мэру, чем к президенту. Поэтому пока у Владимира Зеленского все хорошо, и надо отдать ему должное, как минимум в одном. Именно введение карантина как можно раньше, вот то, что мы сделали, скажем, раньше, чем итальянцы, ну, если там, сопоставлять по времени заражения. Вот за это действительно ему большое спасибо. Это решение было непростое, оно было жесткое, оно было репутационно невыгодное. Но он на него пішов. От це, пожалуй, за це йому можна сказати. Я тут про відповідальність, що президент не несе відповідальність за лампочку. Згадав такий відомий нам вислів, що ми відповідаємо за того, кого приручили. Я тут не хочу когось образити, але все ж таки, як ми відійшли сьогодні від концепту «за команди», тобто команда президента, команда Зеленського, людина, яка їх всіх веде за собою, до концепту, що ні, я президент, а оце все вони собі там колективна відповідальність, яку ми вже розуміємо. Я годжуся з цією тезою, що до колективу завжди не така довіра. А як вдалося обманути? Ну, я вважаю, що в принципі з одного боку обманути, щоб показати спочатку, я є, ось це все мої люди, а потім, ну, і мої, і не мої, якось ось так. Ну, це позиціонування, во-первых, це позиціонування в нашій з вами, Андрюш, голові, да, тому що ми його так собі зараз придумали. А то, що президент не несе відповідальності за своих депутатов, он же прикрывается, в принципе, тем, чем прикрывались всегда президенты, которые проводили Верховную Раду свою политическую силу,
а потом не старались нести вот этот негатив, который рано или поздно возникает с этой политической силой. Я о чем говорю? Я говорю о том, что его можете переслушать Зеленского и услышать, что ну ведь депутаты, они же независимые, они же самостоятельны в принятии своих решений. Так вот, когда закон выгодно использовать, ты обращаешься к закону и говоришь, ребят, ну посмотрите там на статус народного депутата, а это самостоятельные люди. Ну что ж вы, я президент демократической страны, я не могу приказывать и указывать депутатам, хотя мы прекрасно знаем, что это так оно и есть. Поэтому Z-команда, она работает на результат Z. Конечный результат — это нестабильность фракции. Конечный результат — это стабильность Зеленского. Поэтому все плохое, что делает команда, в этой команде остается. А все хорошее, что делает эта команда, оно автоматически переходит на Зеленского, и он себе это, собственно говоря, присваивает абсолютно спокойно. Якщо ми говоримо зараз про соціологію КМІСу, це парламентські вибори 36,5%. А якщо б ми його спробували накласти би на формат місцевих виборів, нас чекають вони місцеві. Ми розуміємо, що трішки специфіка інша, що десь є сильні дійсно мери, які будуть вести активнішу кампанію. На сьогоднішній момент в «Слуги народу» ці всі можливості і шанси зберігаються, аби знову перемогти в черговому етапі виборів в країні? Я думаю, ні. Я думаю, ну, во-первых, мне очень трудно оперировать, потому что я действительно не видел замеры, хорошие замеры по региону. Во-вторых, ситуация складывается таким образом, что вот децентрализация, она сыграла плохую шутку с центральными партиями, с партиями, которые представлены на центральном уровне. Потому что сильны будут те партии, которые вот сейчас продемонстрировали свою работу в условиях кризиса. Большинство из этих партий, я имею в виду представленных на центральном уровне, не ведут работу в регионах. Зеленский, мне здесь достаточно трудно, серьезно, вот вспомнить, как они себя позиционировали как партия по работам в регионах. По-моему, никак. Ну, это то, что я видел. Порошенко, ведь давайте тоже честно скажем, Петр Алексеевич, его люди развозят там маски, рукавицы не только потому, что они заботятся о народе и развозят по регионам, в том числе потому, что они готовятся к выборам. И отрицать этого было бы как минимум странно. Точно так же, как и Юлия Тимошенко. Да? Я думаю, что показатель будет все-таки у старых партий, если можно так сказать. Там есть организации на местах, эти организации работают, люди их знают, люди проходили с ними уже не одни выборы. Мэры, в конце концов, мы понимаем, они были выбраны еще до Зеленского. И те мэры, которые укрепятся на позициях вот как таких хозяйственников, которые действительно решают вопрос, они, конечно, победят. Мне кажется, вот этот фактор только принадлежности к Зеленскому, команде Зеленского, мне кажется, это уже не сработает. Ну, так, во всяком случае, как парламентские и президентские. Окей, це цікаво. І питання тепер змін до виборчого законодавства, яке зараз дуже обговорюють, до виборчого кодексу, що тут не мовляв, і це не інсайд, Корнієнко сам сказав, що дійсно є, Корнієнко голова партії «Слуги народу», дійсно каже, що так, є в нас думки, що обмежити кількість проходження до місцевих рад партій, лише пройдуть ті, хто має 5% по всій країні раз, і зможуть іти на вибори ті партії, які висунули своїх кандидатів і свої списки в дві третіх частини нашої країни. І в мене тут питання не про то, демократично це, не демократично. На сьогоднішній момент ми десь розуміємо, що всім парламентським партіям, ну, якщо дивитися по рейтингу, хіба голосу невигідно. А всім іншим дійсно вигідно. І сказати, що голосів в Раді немає, це неправда. Ну, принаймні, мені так здається. Можливо, я не правий з боку свого віку і досвіду, але все ж таки, чи є можливості ухвалити такі зміни виключно через інтереси партійні? Це буде елемент торгу. Колосальний, тому що і, можливо, зараз ви дійсно праві, тому що зараз вот этот накал може збитися. Чому? Опять же, перша основа – это залог за участие в выборах.
И если мы понимаем, что залог за участие в выборах сейчас будет там, в 9 раз меньше, чем тот, который был прописан в документе, тогда и расчет, ведь как изначально полагалось, что 4 прожиточных минимума платит кандидат за 10 тысяч избирателей. Понятно, да? Вот. Потом начались торги в Верховной Раде, потому что действительно по таким, по-моему, мэр Черновцов, если бы избирался мэр Черновцов, залог за участие в выборах мэра Черновцов, он был равносилен залогу за участие в выборах мэра Лондона. Это действительно правда. Вот. Этот залог сбили. Теперь 4 прожиточных минимума платятся за 90 тысяч избирателей. Тоже понятно, да? Больше город, больше платим. Ну, не так сильно. И теперь надо посмотреть, партии должны посчитать, смогут ли они выдвинуться действительно в 2/3, сколько там это будет стоить, и велики ли шансы. И вот когда произойдет вот этот внутренний консенсус, и условная Батьковщина или ОПЗЖ посчитают и скажут, ну окей, мы согласны, тогда все будет хорошо. Но мне почему-то кажется, что не будет хорошо. Что это тот раздражитель, который команда Z вывесила как красную тряпку, а теперь она потребует, чтобы парламентские силы что-то бы сделали для того, чтобы команда власти от этого предложения отказалась. Так что это элемент торга. Я точно знаю, что, скажем, ну, одна фракция точно помогла большинству во время голосования, получив гарантию, что прожиточный, ну, точнее, вот этот залоговый порог будет снижен. Вот это я точно знаю. Я не буду говорить, какое-то голосование. Но это парламентская борьба, вот она такая, она идет. Вот, так что посмотрим. Мне кажется, это не все так просто. И просчитать 2/3, даже при низких тарифах, это все-таки дорогое удовольствие. Я делал интервью с Арсением Яценюком, ведь не надо забывать, есть еще куча непарламентских партий, которые хотят поучаствовать именно в местных. И мают на таких местах непоганий шанс. Да, и вот Арсений Яценюк у меня в интервью как-то сказал, когда еще не был снижен вот этот залоговый порог, он говорит, мы так посчитали, что нам выборы обойдутся в 100 миллионов гривен местные. Говорит, у нас таких денег нет, мы не будем принимать участие. Вот когда критическая масса таких партий, у которых нет 100 миллионов гривен для участия в выборах, вот она соберется, я думаю, что мы получим традиционный какой-нибудь политический кризис у нас в стране. Политический кризис через обмеженную количество партий, правильно я понимаю? Через жесткие условия и невозможность принять участие в местных выборах. Вот скорее из-за этого мы получим политический кризис. Просто таких партий может оказаться много, которые хотят выдвинуться, но у которых нет такой финансовой возможности. И вообще это несправедливо. Вот так, если совсем честно, это несправедливо. Это искусственно созданное ограничение для того, чтобы минимизировать количество участников, чтобы с минимальным количеством участников было легче договориться. А легче договориться всегда, если ты обладаешь властью. Так вот, с позиции власти это решение правильное, но оно неправильно с точки зрения ни демократии, ни народного волеизъявления, ни конституции, потому что ограничивается право. Я зрозумів. Валерій, дякую. Дякую, що знайшли час, поспілкувалися. Цікаві теми з вами підняли. Було. Є що продумати після програми, насправді. Валерій Калин, журналіст, редактор, медіа-менеджер, був з нами на зв'язку. Ми поговоримо про трішки іншу тему, але